Друзья, всем привет! Меня зовут Роман Казакевич, меня снимает Саня Алексахин. И мы находимся, как бы это ни звучало грустно, но на заключительном Vice. Сегодня Vice The End. Vice — это не тот проект, по которому надо плакать. Грустно, грустно. Мы еще лирическую музыку поставим, чтобы вообще разрыдались, блядь. Сучки. Паша, сколько стоит такой кальян? Такой кальян стоит 2000 рублей. За 2000 рублей вы можете лучше снять проститут. Зачем ты пришла сегодня на Вайс? Потому что я люблю Вайс и я обожаю цы. Кому надо отсосать, чтобы пройти по спискам? Кому обратиться надо? Все будут смотреть, так вы мутите или просто трахаетесь? Да ты придурок! Мутим! Давай. Что? Усы. Усы что? Я брил. Я геолог. Ты, короче, шаришь в дырах, да? В дырах, пиздец, как шар. Сразу скажу, я ссать хочу, пиздец. Перед Вайсом бухать как? Не знаю, не пробовал. Ладно, пизжу. Заебись, дешевле раза в два. Вы на самом деле очень многого не понимаете. Я тебя сейчас уебу. Самое главное — уважение. Люблю ваш журнал. Непонятно, что творите, но мне нравится. За то, что здесь легко снять телочек. Чувак, своя жить атмосфера, все свои. Так на бегуде. Человек честно заработал 1000 рублей за рекламу. Это круто. Это, я думаю, это лучшая тусовка в городе. Это всегда место, где можно найти людей, с которыми давно хотел бы увидеться. Ребята выложились по полной, и это показатель. Зайдете в стекляшку, там висит кофта, в которой я был в каждом Вайсе. Это одна из лучших вечеринок города Красноярска. И ты согласен? Ты согласен? Согласен? Да. Вайса, будут еще какие-то проекты музыкальные, еще какие-то творческие, какие направления, в каком направлении будете работать? Ты знаешь, мы как вот бы закрываемся. Vice. Нет, мы пока что это дело все придержим. То есть подождем просто момента, когда это станет актуально. Вот, и сделаем самыми первыми. Вот и все. Когда какое-то направление станет актуальным, какое-то появится новый мейнстрим там общемировой. Мы это сделаем здесь, пытаемся приучить к этому народ. Рано или поздно мы сделаем, и об этом узнают абсолютно все. Мы это сделаем.